Экология – это то, что по официальной статистике меньше всего волнует жителей Московской области. Однако именно от состояния окружающей среды зависит качество жизни и здоровье, в частности, будущих поколений. Вот и прием депутата Государственной Думы Вячеслава Фетисова в этот раз был посвящен вопросу загрязнения рек. К народному избраннику обратились активисты Ленинского городского округа, которые попросили законодателя помочь решить эту проблему. Я поблагодарил наших жителей за то, что они вот так неравнодушно относятся к тому, что происходит. Мелеют, засоряются реки, речки. Проблема водоемов, она естественно, необходимо их и очищать. С другой стороны, мы понимаем, очищать сегодня то, что завтра опять будет, так скажем, грязным, тоже, по сути, выброшены деньги в воду. И я попросил, чтобы не политизировать эти вопросы, потому что это то, что должно нас объединять, и ни в коем случае не разъединять. Да, и мы должны понимать, что от нас, от каждого зависит судьба наших детей и внуков. Речь на встрече шла о промышленных очистных сооружениях. Но, как верно отметил глава Ленинского городского округа Алексей Спасский, проблема намного глубже. В большей степени водоемы загрязняют частные лица, которые без всякой переработки сливают канализацию в реки. Частные домовладения, которые напрямую выпускают, вот вы вообще ничего об этом не сказали, а мы по несколько сотен тампонируем таких историй. У вас сеть разветвленная, давайте откровенно, да, как бы в территориях. Будем благодарны, если вы нам эту информацию будете давать, да, на самом деле вот, вреда от этих существенно больше, чем от того, о чем мы говорим. Очистные они хоть как-то очищают, да, как прежде чем выкинуть эту воду. Здесь никто не очищает ничего, они просто прямотоком выкидывают. Поэтому с удовольствием примем вашу пользу именно в этом аспекте. Депутат Федерального собрания уверен, проблему надо решать на законодательном уровне. Для этого на встречу пригласили представителя Московского областного отделения Всероссийского общества охраны природы, которое возглавляет Вячеслав Фетисов. Исполнительный директор организации пояснил, какие меры уже приняты. Для того, чтобы принять какие-то решения, обосновать их, нужно мнение ученых, заручиться поддержкой именно научного сообщества. Именно для этого в рамках работы научно-экспертного совета Всероссийского общества охраны природы, который сейчас формируется, этот вопрос будет одним из первоочередных на повестке заседания. Соответственно, мы сейчас получим всю исходную информацию именно от жителей Ленинского района, привлечем сюда уже экспертов федерального уровня, обсудим это на федеральном уровне и дальше подготовим какое-то научное заключение, которое уже ляжет в основу законодательных инициатив. Вячеслав Александрович, как депутат Госдумы. Ведь проблема, которую сегодня подняли инициативные жители Ленинского городского округа, остро стоит по всей стране. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.